Одинцовские единороссы поприветствовали участниц открытого турнира по художественной гимнастике «Шаг к Олимпу» школы Ольги Капрановой. Первенство уже не первый год радушно встречает детей со всей Московской области в спорткомплексе «Звезда». Турнир «Шаг к Олимпу» квалификационный с присвоением разрядов. Партийцы поддержали турнир в рамках проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья».